вот как мы поступим. Вернемся назад. Захватим золото смело. Наймем второй корабль. И закончим дело. Все было возможно, когда у меня было место. Куда доставить золото, а теперь неизвестно. Бухта сейчас оказалась в руках безумца. И мы вертимся на острие Посейдонова трезубца. И тихо сползаем вниз. Надо было торопиться, пока был в руках журавль. Искали галеон, и на нас напал испанский корабль. В этот момент вера мистера Гейтса в наше дело. Вера была утрачена, доверие к нему охладело. Несмотря на нашу дружбу, на мои тяжелые раны Гейтс желал стать свидетелем, как разрушить наши планы. Сделал попытку, но я остановил его на выдох. Мне жаль, пришлось сделать такой выбор. Вывод окончательно избран. Несмотря на нашу дружбу, на мои тяжелые раны, Вейн из форта должен быть изгнан.